Предприятие «Автодорсервис» продолжает работы по благоустройству в Губкинском. Сейчас рабочие косят траву вдоль улиц. Объем работ выполнен уже наполовину. Кроме того, в городе ведется и ямочный ремонт дорог. В планах на этот год частично отремонтировать дорожное полотно общей площадью 1800 квадратных метров. На сегодняшний день отработано более 300 квадратных метров. Также силами организации наносится дорожная разметка. Вся горизонтальная разметка нанесена в полном объеме, за исключением дорог, где проводится капитальный ремонт. Там уже капитальный ремонт будет выполняться, и та же фирма будет выполнять нанесение разметки. Учитывая то, что на тех дорогах мы не делали разметки, которые предусмотрены контрактом, поэтому мы сделаем повторно разметку, обновим разметку еще в сентябре месяце, в конце августа и в сентябре перед выходом детей в школу. Поэтому у нас будет более яркая разметка перед 1 сентября. В этом году пешеходные переходы возле образовательных учреждений обновят по новой технологии. Вместо краски будет использоваться холодный пластик. Этот материал, по словам специалистов, более устойчив к изменениям погодных условий. Разметка, нанесенная по этой технологии, уже появилась возле 7-й школы филиала Удмуртского университета и на улице Нефтяников. Еще на двух участках она будет нанесена позднее, когда будет завершен капитальный ремонт дорог.